В эти выходные дворец спорта «Видное» вновь в своих стенах встречал спортсменов-единоборцев по карате, киокусинкай. В этот раз в соревнованиях приняли участие три команды из столицы и команда из 8 районов Московской области. Всего собралось около 100 подростков от 12 до 17 лет. Практически все весовые категории были заполнены. Ребятам было за что побороться, мотивацией стал отбор на первенство региона. Разрешите вас прежде всего поздравить с наступившим новым 2013 годом и пожелать в этом году всем нам только хороших и благоприятных моментов, чтобы у нас и в стране, и в каждом нашем районе, в каждом городе все складывалось хорошо. Ну а спортсменам я хотел бы пожелать только спортивных побед и удачи. Юниоры готовились к боям, настраивались на победу. Каждый должен был показать наилучший результат своих долгих упорных тренировок. Очевидное желание побороться за первое место было у каждого. Такой небольшой командой мы сюда прибыли. Уже не первый раз приезжаем Видное на соревнования, на первенство Ленинского района. Всегда турниры интересные. Все компенсируется такой хорошей дружеской обстановкой. То есть иногда бывает на турнирах аж искры летят в сторону, такое висит напряжение в воздухе. Здесь этого нету, приятно. Киокусинкай – один из самых популярных стилей карате в мире. Путь к истине в боевом искусстве лежит через реальность борьбы. Является контактным силовым стилем, предъявляет жесткие требования к бойцам. В душе я, конечно, болею за наших спортсменов из Ленинского района, так как сам многих из них и тренирую. В нашей, именно в команде Ленинского района, самый титулованный – это Сидоров Павел, неоднократный чемпион Московской области. Он учится во второй школе города Видного. Чемпион мира по ашихара карате, чемпион Центрального федерального округа по киокусинкай, многократный чемпион России. К большой радости болельщиков Павел занял почетное первое место среди юниоров от 14 до 15 лет, в весовой категории до 60 килограмм. Спорт – это прежде всего вера в себя, залог к успеху. Страсть к победе пылает в каждом из нас. Участвуйте и побеждайте. Татьяна Соловьева, Ия Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.